Семейная пара, 58-летний мужчина и его 57-летняя супруга, погибли в дорожной аварии на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган. Столкновение легкового Nissan Micra и бортового грузовика КАМАЗ произошло накануне в 13:50 в Кетовском районе Курганской области, в 30 километрах от областного центра, недалеко от поселка Старый Просвет. Легковой автомобиль двигался в направлении Кургана. Дорога в этом месте разделена сплошной разметкой, не предполагающей маневра обгона. Однако Nissan по какой-то причине оказался на полосе встречного движения. Во всяком случае, так утверждает единственный выживший в этом столкновении водитель КАМАЗа. Микро получило серьезные механические повреждения, так что спасателям пришлось поработать гидравлическим инструментом. От телесных повреждений получено в результате ДТП. Скончался водитель легкового автомобиля, его пассажирка 1966 года рождения. По факту дорожной аварии, в которой погибли два человека, начато расследование.